Всем привет. Включить включила, а камеру не нажала съемку. Мы сейчас едем в Жирновск. Ой, в Жирновск, Клинёво, да. Купить мама делает салаты фруктовые, вкусные. Покупаем обычно все там все фрукты. Киви, бананы, апельсины, груши, яблоки. Вот, и заливаем это все дело йогуртом. Это дело все йогуртом заливаем. И получается очень вкусно. Сытно. Вкусно, сытно. Ну да, это, знаете, такая замена может быть обеду. Сладкому, чтобы конфеты не есть. Да, обеду. Утром, папа, ты ничего утром, не ел же. Как он уже пищу не набыла. Я просто с утра делаю белковые коктейли. Вот уже на протяжении вот стольки времени, сколько я здесь нахожу. Я постоянно... Папа, щетки не примерзшие, нет? Не надо, примерзшие. Надо? А что же, надо было их отодрать? Отодрать не надо, серединки порвешь. Она должна таять самопроизвольно. Вот, и мы сейчас едем, у нас здесь сметет. Сейчас переведу вам на этот... Ой, я люблю, когда заляпанные стекла, мне нужно, чтобы максимально они были очищены. И вот мы сейчас едем в центр, нам нужно отправить посылочку. Дует у нас метель прямо на улице, я смотрю, и по погоде, что... А где посылка твоя? И я смотрю прям, что всю неделю будет там снег. Хотя меняется погода, вот сегодня посмотрела, уже смотрю, поменялось уже, и снег куда-то пропал. Вот, ну, по крайней мере, сегодня снег идет. Хотя бы немножечко вот, ну, заваливает снегом. Хотя вот немножко почувствовать зиму, потому что зима вся почти голая была, да, мам, с голой землей. Ну, почти, да, там 5 сантиметров. Ну, да, тут прям хочется снега, чтобы снег навалил, чтобы аж хоть чистить папа можно работа, было. Чтобы... Папа работа, надо снегоуборочную машину. С утра встать, чтобы снег почистить. Он бедный, без дела сидит зимой, и аж это, хереет у нас. Вот, поэтому... Ой, надо выключить. Что-то тебе выключить попу? Ага. Так что это. Едем сейчас мы, купим... Что, по улице поедем, да? У пенсионеров. А проедем ли мы? Там грязи может и не быть. У пенсионеров скидка до часу. Вот, видите, почтальоны ходят. Всегда они здоровые. Дай, мам? Бодрые, да. Бодрые. Ну, а что вот так вот? В любую погоду тебе нужно разносить почту. Снег, не снег, нет, метель, не метель. Человеку проходить надо, допустим, 5 километров, они 35 проходят. Ну, как бы, да. Вечно молодые, вечно здоровые. Интересно, да, сколько почтальоны живут? Они же много ходят, тем более по поселку. Это в частный дом как-то разбито по участкам. Они там зашел в девятиэтажку, все раскидало, а частные это дома. Все равно они вот пока вот идет, сколько это их нужно пройти, чтобы все отправить. Вот, так что такие вот дела. Сейчас едем до магнита. Да, в магните для пенсионеров скидка до часу дня 10%. Тут-то папа не чищено. Никто сейчас не чистит. Не чищено, не езжено. И не ездит. Ну, ты думаешь, наша машина справится? Конечно, свободно. Ясно. Папа любит эту машину. Не машина справится, а шофер справится. Это как это сказать? Он даже на своей не ездит. Говорит, в этой теплее, она быстро прогревается. А ту пока заведешь, ее надо прогреть. Она не сразу нагревается. Ну, так что нравится ему кататься. Заодно, кто у нас тут ленёвские, посмотрите свои улицы, то вы просите меня, покажи мне ту улицу, покажи мне всю улицу. Я, правда, не знаю, что это за улица. Вот тут Надя живет. Ну да, только это у меня... Октябрьская. Не чищено ничего. Папусик, надо чистить стекла, слышишь? Нет. Иначе оно будет замерзать. Включу и оторву. Я тебе не про это. Боковые, вот видишь, не почищены. И это будет тут таять и замерзать тут же. Поэтому надо очищать машину. Смотри, аккуратно собачку не сдави. Оно же от тепла от машины тает, и потом ты поставишь, припаркуешь, и оно все вот это вот заледенеет, замерзнет. Ну, сейчас я на почту пойду, папу почистить. Да я могу сама почистить. А на почту мы сначала же магнит хотели. Не-не-не, сначала. До часу. Ну, мы успеем, да. Ну, сейчас ладно. Мы получим это, и у нас еще час времени есть. Ладно. А то мало ли что-нибудь на почте раньше приедет, или еще, чтобы она до завтра там не лежала. На почту, так на почту. Сейчас мы в центр выйдем. Дорогу пробили. Асфальт все равно грязный.
Асфальт видал. Ясно. Смотри, вон аккуратно машина. А там есть кто? Пап, доехал, вот доехал. Сбербанк наш. Он просто не хочет ехать лишний раз по дороге, чтобы машину не закидало солью. У нас все здесь, знаете, как в аптеке на весах. Все, да, все, у меня инструкция, как нужно с этой машины себя вести. Это делать можно, это нельзя. Вот мы, видите, просто едем. А бы где? Не знаю, пап, смотри. Нету? Чтобы не забрызгать, да? Да, колеса не мыши. Понятно. Он не хочет, чтобы было как красочное покрытие гнило от вот этой соли. Папа, приеду же в Саратов, там все равно же будет. Ну, это уже... Он не видит. Я не вижу, и потом тебе одеваться некуда уже по соли гонять. Там всегда вот такая грязь. Шняга в городе. Шняга. Жарко. Движение, посмотри. Да вообще, как в этом... Как в Москве. С моей стороны никого. Сейчас тут папа тоже будет выбирать какой-нибудь. Или нет, здесь можно. Здесь будем газовать. Газовать прям будем? Озон есть, аптека, торговый дом, мебель даже есть, электроинструменты. Вот это вот детский садик. Все условия для проживания. Это вот библиотека. Вот это почта. Сейчас я почищу, потому что мне не нравится, когда фокуса нету на камере. Ой, собачка. Слушай, щетка. Тут видишь, она смялась уже все. Ну, это потому что от снега. Потому что снег мокрый, она и смялась. Так она нормальная щетка. Ну, может быть, и надо купить, кто его знает. Я обычно вот так вот об колеса ее делаю. Мама, у меня на почту пошла. Вот такой у нас снег идет. Колеса на все равно. Большой мотор работает, а скорости-то нет. Люблю, когда очищены стекла. Терпеть не могу, у меня папа никогда не эти окна не протирает. Никогда. У него просто всегда, я не знаю, уже даже дождь, уже ничего не видно уже сквозь стекла. Мне, говорит, все видно. Ты как-то, пап, ты что-то как-то странно едешь. Мама, здесь не было ли кафе раньше? А, нет, кафе где-то там было, мы там сидели. Да? Да, сейчас там Гурман. Это в Гурмане, да, кафе было? Да. Такой старый. Советский магазин. Бывший советский. Протрешь, пап? Стекло? Да. Протрем. Сейчас вот зашли в магнит. Здесь вот у нас местный магнит. Купили фруктов на салат, йогурты. Зашли еще, взяли. Легкое папа взял, курян дает. Вот курян, посмотрите. Нет, себе уже? Куда столько набрал?
Я его, кстати, не люблю легкое. Вот а я всех... люблю, она мягенькая, и всех субпродуктов я меньше всего люблю легкое. Самая гадость для меня. Это вообще как ват, как губка какая-то. Как губка какая-то, резиновая губка. Вот. И едем сейчас. Вот наш центр немножко вам покажу. Может, кто-то как раз посмотрит из Ленёвских. Магазин вон Юля у нас есть. Покупалка даже. Это Волгоградская сеть, насколько я знаю. Ну зачем по асфальту? Ну, мам, он сам решит, по асфальту ему или не по асфальту. Видишь, вот здесь посыпано, а вот здесь нет. Возьмем вот здесь. Бать, молодец, поворотник хоть включил. Ну, я же все-таки дать им понять перед едущим, что... Едем мы правильно. Я паркуюсь, да? Да. Сзади нет? Пап, нет никого? Нету. Вот это подарочный. Да. К Серегинам сейчас. Всякие разные колясочки. Одежонка. Даже можно купить сумку. Всякая посуда. Чего тут только нету. Ой, какие бокальчики. Я люблю. Скажите, пожалуйста, а сколько вот эта пара стоит чайная? А, они по две продаются, ага. Ой, вообще очень классные. Ой, прям вообще люблю прозрачную посуду. Прозрачные бокалы. Очень люблю прозрачные, прям что были. Без всяких надписей. Это под чай прям вообще шикарно. Сейчас подожди, поснимаю здесь. Да нет. Да. Магазин, смотрите, подарки здесь у них есть. И такое, ну, как бы очень много всего. Прям мелочевки. Так на подарки, кстати, мы... Ну, потом я вам скажу. Вот. Взяли подарок. Ага. Вот, и он здесь дешевле стоил, чем я смотрела точно такой же подарок на Озоне. Вот. Вот так сразу сравнила цены. Очень дешево было. Все, я давай посмотрю. Убавляй его. Убавь вообще звук. Нет, это вот звук там. Нет, убавляй еще сильнее. До конца убавляй. До конца. О, наконец-то, батя. Вот, такой вот батя мы подарили на 23-е приемничек. И я посмотрела, на Озоне он стоит даже дороже, чем вот в этом магазинчике. Поэтому магазинчик хороший. Там и чайная пара мне понравилась такая тоже. Ну, дешевле. Хороший магазин, реально там недорогие цены. Ну, можно, конечно, сравнить там с Озоном. Ну, как оказалось, очень такой неплохой приемничек. Здесь даже есть... Сейчас я вам покажу. Может, кто-то, не знаю, там их осталось два, по-моему. Вот, есть фонарик. Есть здесь, значит, для флешки и для мини-USB карточки. Музыку. На музыку можно переключать на радио и на
Ты тут, я не знаю. А, отщелкивать, наверное. Вот USB не проверишь ты никак. И карты, и USB у меня сейчас нету. Проверить, рабочие отсеки или нет. Здесь у нас с этой стороны как раз поиск радио. Здесь звук. Работает и от аккумулятора, то есть зарядить аккумулятор можно, и от батарейки. Там внутри вставляются батарейки. Ну, вообще, неплохое, мне кажется, для своей цены. Сейчас, хотя есть бумбоксы такие современные. Ну, вот папе взяли, чтобы он там ремонтировал, включил радио, там машину. Просто на улице чем-то занимался. Можно радио вытащить, включить музыку какую-нибудь. Ну, и по отзывам я очень хорошие отзывы на него. Говорят, что добротный, даже очень неплохо сделан для своей цены и для Китая. Так, и здесь что мы взяли? Взяли мы бананы, так как я каждый день делаю коктейли. А, нам бананы нужны, поскольку получается по 1,5 где-то банана в день. А потом, сейчас закончится темноче, будет уходить по 2 банана, даже больше, по 3 банана в день. Вот, апельсины взяли. Это уже на салат, на овощной, на фруктовый. Мандаринчики, немножко киви, груши двух видов. И всегда мы заправляем салаты каким-нибудь йогуртом. А, вот мы йогурт взяли для этого. Вот такой вот, кстати, по составу сейчас лучше даже детские йогурты брать, чем взрослые. Потому что вот здесь, вот если я посмотрю, в составе нормализованное молоко, восстановленное молоко и сухого молока. Так что, знаете, приятного мало. Активия и слобода. Почему-то раньше было много кефирчиков разных слободы. Сейчас вот на полках Магнита их почему-то не оказалось. И лучше брать даже сейчас, мне кажется, безопаснее, более по составу детские. И вот я люблю всякие творожки, поэтому мама мне вот взяла такой небольшой презентик. Детский биотворог манго. Прям очень люблю. Вот именно фрутоняня, Тёму очень люблю, творожки. Молоко нормализованное. Ну, короче, в детских более-менее составы нормальные, съедобные. И мне очень понравилось, иногда гадости какой-нибудь хочется, вот такой вот сыром пармезан морской картофель. Ну, то есть чипсом. Очень вкусный прям, вот, ну, очень. И не хуже по составу, чем я Лейс сравнила, не хуже. Мне прям, ну, действительно понравился. Прям такой яркий сырный вкус. И если до этого, например, Ролтоны были с таким сырным вкусом, то я сейчас почему-то Ролтон нигде не могу. Я 3 магазина обошла, нигде не могу сырным вкусом найти. А мне вот хочется именно такой вот вредненького сырного. Во, вредненького сырного. Сейчас будем окрошечку есть. Тут Капитошкин сидит. Скипиш на столе не буду показывать. Вон там все сидят. Все голодные, потому что мы с утра позавтракали. С утра в 9 часов позавтракали коктейлями. И вот уже 5 часов прошло, и мы все никак не сядем. Все никак не приедем. Дела сделали. Все, и сейчас будем вкусно кушать. Сама садись. Фруктовый салат, про который я вам говорила. Сейчас нам мама его настрогала. Какая вкусняшка. Вкусняшечка. Приятного нам аппетита. Хотела сегодня не снимать, потому что много чего на монтаже, все никак не загружу. Ну ладно, столько всего, столько событий. В Жирновск же опять все-таки выезжаем, так небольшие, коротенькие. Мне там Паша ссылка из ДЭК пришла, подарок на 23 февраля. Вот, надо забрать и снять, успеть. И куда еще, мама? Купить очень вкусное масло нам понравилось.
из Кореновки, коровка из Кореновки. Сливочное масло со скидкой сейчас в Пятерочке. Вот, еще куда нам, мамусик? Ну, я в аптеку зайду. И в Сбербанк мне надо. Маме в аптеку, в Сбер. А что на Сбер? Она? Я деньги хотела положить на карточку. Вот, и еще куда мы... Ну, так, короче. А белорусские колбасы еще зайдем. Да, масло там. Как раз во вторник завоз у них был. Может быть, какие-нибудь сосисочек еще возьмем. Мам, какую-нибудь колбаски. Да у нас колбасы были. Полно, да? Да нет, денег еще потратить надо. Нет, не надо больше ничего тратить. А, сыра купим, сырка. А вот сыр купим, а больше сыр купим. Потому что нам мы хотели же баклажан. А, еще нам в кулинарию надо заехать купить помидорку, мам. Хорошо, дочь. Ладно? Да. Колбасу не будем покупать, будем свою доедать. Будем свою доедать. Да. Сыр, и точка. Сыр, но я посмотрю, сыр, может там еще быть вкусненькое есть все равно. Не надо вкусненькое нам, у нас дома не надо вкусненькое. Не надо вкусненькое. И может чайную пару заедем купим, но это не точно. Мы посмотрим. Да. Продукты ничего не будем покупать. Если только бананы. А, бананы, мам, запиши бананы. Нам нужно обязательно бананы купить. Магните. На коктейли. Мы же каждый день коктейли делаем. А у нас закончился там этот. Я делаю, добавляю псилиум в коктейль. Туда этого чиа добавляла, но чиа у нас закончилось. Поэтому я добавляю псилиум и... что еще, мам? И бананку. 1/4. Сидит, ждет. Себя снимаю. Вернулись обратно. Девчонки, что мы купили? У нас, правда, здесь навалено. Опять три упаковки палочек кукурузных, белорусских. Уже, наверное, не знаю, какая. Десятая, наверное, по счету. Мама, десятая по счету, это знаешь сколько? Это 800 рублей, между прочим. Вот. Потом, значит, что у нас здесь? Фитакс, вот такой вот для салата я беру обычно. Папе большой брикет белорусского сливочного масла. Я себе вот такой взяла из Кореновки. А потом сыр взяли очень вкусный, вот именно, не знаю, вот в Жирновске, а там, не знаю, в других городах, в белорусском российский сыр. Вот, знаете, он такой вот классический российский сыр, очень жирненький, солененький, мягкий, такой вот тает во рту, прям офигенский. Потом кавказский там же взяли, это мы будем делать вегетарианскую под шубой. А, вегетарианскую, не рыбу, а как там... Короче, под шубы по-вегетариански, помню. Потом сосиски взяли тут же в белорусские, какие-то с сыром, с моцареллой. Ну, сосиски, если честно, у них, ну, короче, так себе. И вот такая вот, это сарделька, тоже с сыром. То есть не фонтан, не вал. Вот, вроде бы все. Я сегодня вообще ничего не собиралась снимать. А, вот, я прям сегодня детокс себе сделала от этого, но не могла не включить. Мы сейчас салат делаем по-вегетариански из листов нори и с адыгейским сыром. Завтра уже будем пробовать его, сегодня уже навряд ли. И вот мама так вот сделала вверх сеточку из майонеза, и получилось как будто бы, как этот... Снежное что-то такое. Как что-то, да, такое красивое прям, красивое. Она говорит, выравнивать или нет? И такую красоту же выравнивать не хочется. Вот, все, мне кажется... Мне кажется, не приборщим мы с майонезом. Толстый слой с иклой были. Очень так красиво, прям обалденно. Да, ну мы это еще тарелочку поправим. А может, и не поправим. Очень красиво.